Ну что, спасибо Николаю Попову. Ну а теперь на связи, на прямой связи из Хельсинки ваши комментаторы Алексей Васильев, Ольга Богословская. И мы аккурат попадаем на дистанцию 800 метров. Это финал. А это Джозеф Репчик, один из соперников Юрия Барзаковского по этому финальному главному забегу, рекордсмен Словакии. Дальше идем. Наследник славы Вебьорна Родаля Томас Рот, Норвегия. Здесь установил личный рекорд 1.46.88. Дальше идем по дорожкам. Роберт Латхауэрс, Нидерланды. 27 мая 1.44.61. Лучший результат в этом сезоне среди всех участников забега. Пьер Бассе. Это тот парень, который накатил Барзаковского вчера в полуфинале. Антонио Мануэль Рейна. Ровесник. Ровесник российского чемпиона. Антонио Мануэль Рейна. Серебряный призер чемпионата Европы в зале. Там, где победил Богданов Дмитрий в Мадриде в 2005 году в марте. Андреас Бюбе. Представитель Дании. 400 с барьерами раньше бегал. Ну и все внимание сюда, конечно. Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион Афин. Афин, говорим. Лондон держит в уме. Юрий Барзаковский. Переживает. Переживает, видно, конечно. А как еще может быть по-другому-то, Юль? Якуб Халуша. Серебряный призер чемпионата мира 2012 года. В Стамбуле он взял серебро. Кстати, Халуша когда-то бегал 3000 с препятствиями и был там лучшим на европейском юниорском чемпионате. Ну, все внимание, конечно, нашей седьмой дорожке, потому что тактически великолепно провел Юрий Барзаковский предварительный забег. Собственно говоря, полуфинальный тоже. Но если в предварительном забеге, не было к нему на финише никаких вопросов, то в финале мы знаем, да, Бассе выскочил на последних 30-40 метрах вперед. И вопрос о том, в какой сейчас форме Юрий Барзаковский, пока что открыт. По крайней мере, ближайшие полторы минуты до тех пор, пока спортсмены не пересекут финишную ленту. Я думаю, что для многих и многих россиян вот именно этот забег самый главный на всем чемпионате. Барзаковский в своем стиле, бежит последним, замыкающим группу. Но сейчас, смотрите, 250 метров продержался в тени, совсем в тени. Сейчас бегуны в тень забежали, а он начинает потихоньку выбираться, накатывать. Сейчас Юрию приходится чуть ли не по третьей дорожке бежать. Темп бега не быстрый, в район 55, наверное, секунд они прибегут сейчас, да? 55-17. Абсолютно комфортное начало для Юрия Барзаковского. Сейчас вот только главное, чтобы стеной не выскочили конкуренты на предпоследней прямой. Сейчас нужно начинать накатывать потихоньку, потому что здесь все понятно. Здесь ребята, у которых финиш тоже неплохой. Барзаковский не попадает в картинку, но мы знаем, что вот сейчас будет Юрий включаться или нет? Есть ли запас? Очень надеемся, что есть. Смотрите, его, именно Барзаковского, нам выхватывает телекамера. По бегу пока что все нормально. И мы сейчас, сжав кулаки, затаив дыхание, будем наблюдать за этой финишной прямой. Юрий Барзаковский будет включаться. Мы очень на это надеемся. Юрий пошел вперед. Барзаковский. Вот его финиш. Юра, терпеть. Молодчина. Юра, держись. Ура! Есть! Гениально! Есть! Господи, сколько лет мы ждали золота от Барзаковского. Есть! Какие волнения были после забега, да, мы говорили о том, что, я имею в виду даже полуфинале, да, мы говорили о том, что, ну вот как-то не получилось у Юры финиш, и действительно были у нас определенные опасения по поводу его физической формы, но эти опасения он снял сейчас, в этом финале, победив всех. Это хороший задел перед Олимпийскими играми в Лондоне. Такая уверенность, которая к нему сейчас пришла, она просто необходима для того, чтобы отправиться на главные старты четырехлетия. Репетиционный турнир, по-другому его не назовешь, хотя это чемпионат Европы, этот репетиционный турнир был очень важен и с психологической, в том числе, точки зрения. Потому что Барзаковский очень много медалей взял за последние годы. Но вот золото, вот просто вот так вот взять и выиграть, постоянно вот где-то вот какого-то миллиметра, чего-то чуть-чуть не хватало. И Юра
Ну как вот приятно это говорить. И как естественно я ловлю себя на мысли, что выиграл Барзаковский, победил. На этом стадионе ему в свое время в 2005 же не повезло. Он не смог взять золото чемпионата мира, но там была потом у победителя дисквалификация. Но все равно, вот как бы Юрий Барзаковский финишную ленточку первым не пересекал. А сейчас в лучших традициях обогнал, занял вторую дорожку, чтобы никто там уже не вмешивался. И я смею заверить, Оль, согласишься, он на последних метрах ситуацию контролировал. Полностью, просто полностью. Надо было бы еще включиться, он бы еще включился. Посмотри, длина шага, все в порядке. Вот этот вот бег Барзаковского, который не спутаешь ни с кем. Нога ставится как бы под себя. То есть вот этого проноса центра тяжести через коленный сустав, который отнимает энергию, отнимает, тормозит. Нету. Барзаковский рожден для бега. Абсолютно феноменальный человек. Ну, кто не следит за легкой атлетикой, он родился в день полета в подмосковном городе Жуковский, городе космонавтов. Он родился в день 20-летия полета Юрия Алексеевича Гагарина. Понятно, что другого имени он не мог получить по определению. И как говорит сам Юра, ему мама рассказывала, всех мальчиков, которые были рождены в этот день, назвали Юрами.